Всем здравствуйте, давно нас не было видно и слышно, просим прощения, вон там гуляет Тора, Мира дома осталась, она на двухразовом выгуле, а Тора ловит мышей. Форма ушей у Торы, как видите, с последнего раза изменилась. Уши стали короче, потому что мы буквально сразу же их исправили. Потому как на выставке нам сказали, что ей та форма не подходит. Что, мыши? Снимаю с телефона, потому что проблемы с компьютером. Может быть, будет нормально видно. Недавно была первая стычка Торы и Миры. Потому как у Торы прошла течка. И Мира решила ее поставить на место, потому что она уже не маленькая. А Тора не захотела уступать и сдаваться. Поэтому пришлось их разъединять. Тора девочка крепенькая такая, обмускуленная. Скоро поедем на юниорский выставку, на юниорскую, в юниоры поедем. В щенках мы уже были, в бэбиках мы были, в щенках были, теперь на юниоры поедем. Первые толковые какие-нибудь, может, и титулы завоевывать, посмотрим. Вот мыши не дают нам покоя. Здесь поле. Их очень много здесь. Поедем на дачу, может, что-нибудь сниму сейчас. Мы приехали на дачу. Индюшары. Осталось только два. Курочки. Тора! Где она вообще? А, ясно. Мышей. Мы все ловим мышей. Тора молодец. Она не трогает никого. Ни курей, ни индюков. Будь то они отпущены или не отпущены. Приехала с родителями. Будем сейчас работать. И, конечно, вкусняшка. Вот. Здрасте. Утки. Это все утки, которые на племя остались. Очень выгодное дело. Одна каюга тут у нас затерялась. У них бассейн такой. Надо доливать воды уже. Выплескали. Тора иногда купается тоже тут. Вместе с утками. Эй. Да Тора, ё-моё. Стой. Тора. Иди сюда. Иди сюда. Тора. Все, стой. Стой, я хочу тебя снять.
ты. Паразитка. Идем. Позанимаемся. Ты куда? Иди сюда. Вот наша. Стой. Стой. Нет. Хорошо. Тяни. Ну, соорудили такую качалку на резинке. Тяни. Как раз задняя. Все опускается. Можно намотать немножко. Но я не рискую. Она и так тяжелая. Давай, давай, тяни. Надо поправить жезу. Передними зубами взялась. Дай. Стой. Нет. Подожди. Дурочка. Зато прыгаем мы, бляха, как эти. Взять. Хорошо. Тяни. Хорошо. И косится на меня. Тяни, тяни, тяни. 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 Хорошо. Ну, пускай занимается. Она так полчаса будет заниматься. Красота. Да, владения наши все. Домик вон там. А это на полчаса так точно, пока она вообще не сможет ничего делать. Ну. Все, надо идти работать. Пускай она тут занимается.